Сегодня 8 мая, мы проводим дополнительное заседание Государственной Думы. Ставлю на голосование предложение о даче согласия президенту Российской Федерации на назначение председателем правительства России Дмитрия Анатольевича Медведева. Покажите результат. Решение. Я буду работать, не жалея сил, для того, чтобы выполнить все те обещания, которые были даны президентом России и мною в ходе последних политических событий. И я абсолютно уверен, что если мы будем работать вместе, мы сможем эти результаты достичь. 10%. За период до 2020 года должно быть создано не менее 25%. Да, кризис был глубокий, и мы упали больше, чем многие страны. Абсолютно точно. Это из-за чего? Из-за того, что у нас однобокая экономика. Она что, вчера так сложилась? Да она 70 лет так складывалась. Потому что все, что мы производили, да, ну да, дорогие мои, да, но не надо дискутировать. Дело в том, что то, что мы производили, и руками махать не надо. Было никому не нужно. Потому что наши галоши никто не покупал, кроме как африканцы, которые должны были по горячему песку ходить. Вот в чем все дело. Безработицу необходимо ограничить уровнем не более 5%. Уходящий президент, наш хороший с Дмитрием Анатольевичем товарищ и коллега Саркози, он сторонник известной теории, которая заключается в том, что нужно затянуть пояса, и существенно. Для того, чтобы обеспечить восстановление макроэкономических показателей, последующий рост экономики и решение на этой базе социальных проблем. Завтра встретимся на параде Победы. Спасибо за работу. Заседание завершено. До свидания.